Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня у нас четверг. Я сходила в торговый центр Скансе, кое-что купила и кое-что забрала с магазина Кикса. Моя Ната выписывала и на магазин приходит, и я забрала. Вот покажу вам вот такой вот большой набор. Видите, здесь три крема. Это тоже, наверное, крем или что это? Сейчас, подождите. Смотрю. Да, это тоже какой-то крем. Это, не знаю, наверное, мыло. Это свечка декоративная. Это, наверное, думаю, маски здесь какие-то. И вот три таких крема. Ночной, наверное, дневной. И еще какой-то, не знаю. Вот такой набор по полной цене стоил 50 евро. Но была на него скидка 50%, а потом с 50% была еще 30%. Я его купила за 17 евро, этот набор. Опа, закрылась крышка с набора. Вот такой большой набор. Вот эти вот крема моей Нате очень надо. У нее очень сухая кожа, поэтому она постоянно руки мажет кремами. Это очень хорошие, дорогие крема. Она не покупает себе крема по евро, потому что они ничего не дают. Она или же вот покупает, когда скидки таких хороших фирм крема, или же в аптеке, для того, чтобы какой-то эффект был. Дальше, вот это вот, видите, три свечки. Ой, четыре свечки в упаковке. Вот с них коробочка, крышечка. Вот. Это я купила сегодня в H&M магазине. Они очень пахнут. Ой, обалденный запах у них. Вот. Они тоже были по скидке, а потом со скидки еще было 20% по карточке клуба. Я член клуба этого магазина, и еще было 20% скидки. Итого они мне где-то 4 с чем-то, вот эти вот 4 свечки. Это тоже, это что-то для губ Ната заказывала вместе вот с этим большим кремом. Тоже, видите, крем, это тоже в том же магазине. Вот, ну там еще коробка большая, я у нее дома оставила, не стала тащить. Вот, это тоже она что-то заказывала, какая-то такая маленькая бутылочка, туда что-то наливать и такая пшикать. А это что-то в подарочек положили. Вот, филорга какая-то, что это какое-то, я думаю, для смывка для косметики, для лица. Вот еще раз вам покажу, вот этот набор очень чудесный, очень дешевая цена. Вот. Эти свечки тоже красивые. Теперь пойдем дальше, покажу дальше, что я купила. Невестка моя очень хотела парку теплую гулять. Вот я купила ей парку. Видите, такая теплая парка. Вот до талии здесь искусственный мех. Такой приятный, как будто бы мех котика. А здесь внизу вот обычная черная такая простеганная прокладка. Вот подкладочка. Вот это пальто стоило 70 евро, 69,99, потом по скидке 12,99, и еще, вот даже гривны стоят, видите, гривны, кто смотрит меня с Украины, 1999 гривен, полная цена была этого пальто. Вот, странно, никогда не писали гривны, а сейчас вот написали 1999 гривен, 2000 гривен, с ума сойти. Моя мама получает меньше пенсии за 45 лет, она заработала себе 1600 гривен, а пальто стоит 1999, почти 2000. С ума сойти, какие цены. Вот. Ну вот, смотрите, стоило, значит, 69,99, потом 12,99. И также по этой карточке клубной еще было 20%. И обошлось оно мне, вот считайте, ну, 10 евро. 10 евро. А 10 евро, если мы переведем на гривны, это у нас будет 340 гривен. Конечно, за 340 гривен такое пальто в очередь бы стояли, разбирали. А за 1999, сами понимаете, не каждый может позволить себе. А если позволяет такое одно пальто и носит его 5 лет. Потом зашла в Линдекс магазин, а там тоже скидки, на скидки. Вот такая модель Ирис называется. Это я себе купила брючки. Вот они стоили 39,99. Сейчас они 5 евро. Вот такие вот с манжетом. Они как какой-то
трикотаж такой стрейчевый, плотные-плотные. Вот, понравился мне цвет такой. И такие они хорошие тут, вот, видите, на молнии как положено там это. Все, как, ну, как обычные брючки, не джинсы, а просто как обычные такие нарядные брючки. Вот я их и купила себе. Дальше невестке купила такие вот ботики, коротенькие сапожки, видите? Сейчас покажу. Вот стоили 39,99, потом 12,99, потом последняя скидка, ну, в смысле, вот была еще, видите, вот, еще 8,99, а потом еще по моей карточке еще 20%. Вот такие вот сапожки. Она любит такие каблучки. Вот, на работу. Это я их на клееночку положила. Их же все-таки в магазине меряют, так чтобы не ложить на свое покрывало. Вот такие дела. Вот это вот. И вот сейчас я вам покажу чек. То, что я заплатила. Вот я заплатила всего 23 евро 18 центов. Вот видите, написано клуб 20%. Вот еще со всех этих покупок у меня сняли 5,79. Вот, а так вот, смотрите, пальто стоило 69,99, и скинули с этого пальто 57 евро. Вы представляете, какая скидка? Вот. Ну и так все остальное. Вот ботиночки стоили 39,99. Вот. А получилось, что эти ботиночки стоят вообще 7,20. 7,20 по скидочке. Вот такие дела. Вот так вот, такие хорошие скидки. Видите, вот я сегодня была, сегодня купила. Вот, покажу невестке, думаю, ей понравится все. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Буду заканчивать. С вами была я и Финляндия. Еще раз покажу вам такая парка болотного цвета. Я думаю, ей понравится. Была еще черная, но не было ее размера. Я ей беру всегда 38-й. Видите, тут написано 38-й размер. А черные были такие, как на меня. 44-й и 42-й только. Но мне не надо. У меня есть и две парки, и пальто на пуху, и еще одно пальто. Ой, короче, мне не надо, не надо, не надо. А ей надо. Ну, надо, значит, хорошо. Пускай носит. Здесь такие кармашки. Вот тут оно в середине, видите? Можно подтянуть по талии, чтобы не задувало. Вот здесь такие хорошие вот кармашки сверху. Ручки ложить, когда гуляешь, чтобы не мерзло. Вот так вот, такое пальтишко. Все, пока-пока. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока, до новых встреч.